Дима, Дима. Дима, Дима, даю, даю отчет. Да. Ready, set, go! Не, ну заднее крепление прикольное. Хоть я и не понял разницы особо. Но было неплохо. Если сравнить с передним, я не особо прям заметил, понял разницу, но в принципе было прикольно. Ну только висеть, наверное, после прыжка на заднем мне это не так удобно, как на переднем прыжке. Так,